Есть срочная информация. Ваш коллега Антон Геращенко, народный депутат, только что сообщил на своей странице в Facebook, что сегодня, цитата, «только что остановилось сердце патриота Украины Амины Акуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Асмаев получил ранение, но будет жить. На месте работают следственные оперативные группы полиции. Мы уже связываемся с правоохранительными органами, обязательно узнаем всю информацию в ближайшее время в эфире вечернего прайма». Чужі люди виберуть ми.